Я же принесла им тарелку, дети уже насобирали наши клубники. И бабушка с дедушкой нам привезли с рынка по 250 рублей. Купили. А мы сейчас будем завтракать. Да, давай завтракать. Да. У нас на завтрак творожные панкейки. У них больше выращивают оттуда. Ну, в смысле, снимают вот это какое. По сравнению с нами. Соус клубничный сделали из свежей клубники. Так, ну давай собираться. Клубника, а соус из клубники. Это... Папа показывает отлично. Свой диплом. Физическая культура, отлично. Основы экономики. Да, я... Отлично. Защиту. Папин красный как диплом. Мама, покажи. Фермер за техник. Это, а, это ж все этот, отлично, это ж вкладка в диплом, да? Надо взять ее. Дай, папа. А где-то ж аттестат ну, школьный, блин, нет? Все нет, у меня не было школьного аттестата. Не было, то можно. Я еще не все предметы прочитала. Да все потом... отлично. Все отлично, а что там? Не, ну там предметы. Тысяча. 800. Вот и ленточка пригодилась у Жуни. 2005 год, венцы заря. Я ее прогладила, сейчас поедем как раз-таки в этот поселок Венцы Заря. Все, мы выезжаем. Пап, вы случайно не меня ждете? Вы случайно не меня ждете? Не знаю. Ой, не надо ругаться. Мы уже в Воронежской. Сколько сейчас? 9 часов. Ну вот мы час до Воронежской ехали, да? 8:08 мы выехали со с хутора. Заправка еще. Да, еще же заправка. Вот это сейчас Воронежская, далеко где? Еще с километров 100 ну еще час. Столько же, да? Да, больше. Здесь уже и подушки это... закончились. Я только хотела поснимать подушки. Нет, они там. Рано, наверное, нет, уже в начале были подушки. Мы уже их проехали. Это никто с вечера не успел убрать. Сейчас уже здесь клубники много. Розовые помидоры и клубника. А вот и флаги. Все, сейчас все будет как надо. Подушки. По графику, да, сейчас? Да, сейчас все как положено. Едем, уже включили навигатор, да? Чтобы это. И сейчас уже по навигатору. Раньше нам не говорил навигатор, но теперь говорит, где камеры фиксации скорости. Да. Ну так строго, да, другим каким-то голосом. Вот сейчас будет спуск. 7%. Кавказская. Кавказская закончилась. Отсюда все видно. Да. А что он там за завод? Да, какой-то завод. Я даже... Это Гулькевичевский элеватор. Горы, гля, как все зеленое. Там завод какой-то, коричневый старый. Да какая-то ж Кубань, да? Ну это как озера здесь, как для рыб. Вон сады. Море, море. Интересно, а там рыбачить можно? Да, наверное, да. Вот она. Это ж Кубань, да? Нет, это пруды. А, это пруды? Да. Кубань мы проехали. Места твоей молодости? Да нет, сказать бы, чтоб я тут в этом редко был. Все, мы приехали к тому месту, где мы уже точно знаем, где налево, да? Венцы? Привыкла, да. А сюда направо Заря. Два поселка, это поселки? Да. Которые напротив друг друга. А техникум называется Венцы Заря, да? Ой, давай сфоткаем тебя возле этого, ну, возле потом, знака. Давай. Да потом нам будет неудобно. Да, неудобно, у нас тут не такое движение. Да? Да? Ну ладно, в общем, мы едем в Венцы. А в Зарю потом, да? А ты в Заре был, кстати? Был там, кстати. Так же само? Нет.
получится. За счет студентов. А здесь по жизнь по развитию, да? Вот здесь, да, вся жизнь за счет. Ну, сейчас это уже колледж, да, да. Основная, ну, то есть и... ну, тут же все квартиранты, студенты тут бывают по 4, по 5 человек. Я тогда же было 400 рублей в месяц проживания. 400 рублей? Да. Это вообще месяц, дешево, да. Если честно. Сейчас вот скажу такие цены. Сейчас день, наверное, 400 рублей, да? Я сейчас даже не знаю, сколько. Да там, наверное, уже час. Вот где-то он здесь, вот недалеко, он, нет, да? Нет, он в центре. А дальше? Да. Тут же в домах в основном, как правило, даже это местных тут меньше, чем студентов. По 4, по 5 человек всегда жили. Это. Ну ты жил там уже на спуске, да? Я жил и там, и там, и там. У тебя три квартиры? Да, три квартиры я помню. Вот здесь где-то Хрис, ну Хрис тоже везде побегал. Вот тут рынок, он всегда и был тут рынок, ну привозной, приездной. Так, ну вот он, да? Или... Да, вот он. Вот это. Сейчас посмотрим. Мы тут уже стояночку запахали, а он уже сидит. А что-то на улице, да? Учился. А, он же. А, тут люк. Да, здесь папа учился. Нам сейчас туда? Видно, мы не будем. 2000... Ты же считал 14? Надо было тут пыль протереть. А с книжечки? Туда покинь сумку. Давай. Ну это ж выпускной альбом. Вы вот сколько лет и это. Даже не видели папу молодого. Да. 14 лет назад. Да я! Папуль. Мама, покажи. Уже перекрутилась тут уже. Покажите. Да, вот папа. Христов, это мой папа, а это. А тетя Аня вот. Дашина мама. Вот она. Она так, совсем ладно, другая, пошлите, да? Выйду. Получается. А как женщина? Я сегодня смотрел на тех людей, на наших гостей, на наших студентов, которые приходили в образовательное учреждение, и пересекая порог, видел, как эти умудренные сединой. Ты хочешь коров погладить? Это что, беременная она или почему? Я не знаю. Давай, давай.
мягкая. Мягкая, сынок. Так, на этом тракторе ты сдавал на права, да? На этом я на права сдавал, помню, на полигоне. Я не помню, как тракторист, а такой он был, как Типизлад, ну какой-то хромой. Я вот не помню, что-то у него не это. Ну, это мы четвертый. Ой, тут кролики. Даже кролики. Там, походу, и белки, но они, как всегда... Белки вместе с кроликами? А что? А кто у них родится, интересно? У белок и у кроликов. А если змея и ёжик, кто родится? Вот барашки, знаете, уже подстригли. Ну да, ветер. О, уже пошли. На охоту. Ну все, мы вечером приедем, откроют нам. Бери, другого. Ага, о, вот это они тебе... А можно войти? Ну, давай. Ну, подожди. Подожди, там же с другой стороны. Ой, Тиводи. Смотри, ноги задние. Какой он пушистый. Посвернись, Афонечка. Ой. Ля на него на Афоне. Кто из них больше боится? Да, интересно. Да, да. Либо Афоня, либо... Ой, фу, она какал. Ой, ну прямо ты там. Ты чистоплотный. Ты гляди, ты какой он чистоплотный. Да. Бери, бери, не бойся. Бери, бери. Не бойся. Вы про них или про тех? Про всех. Про ваших зайков, а про этого кролика. Бутылки не вылезли. Вот это тоже маленький. Белки, да. Да. Хочешь, могу подарить? Не надо. Не надо. Без проблем. Не надо. У нас своя живность есть, и мы... А что, нам свиней достаточно? Хватит нам. Да. Никак. Как никак? Вот именно, как никак. Ля, как здорово. Ну, это ж эти, как карликовые, маленькие. Знаю, у тебя тоже был Дуняша. Да. Или Дуняш. Ой, этот хочет уже бегать, да, Афонь? Все, пошли, Афонь. Куда он делся, мам? С белками вам не повезло. А? Он тот маленький барашек. Ой, ягненок, они ж как раз в феврале рождают. Да они ж не дадутся. Что-то совсем молодежь, что ли, совсем какие-то маленькие. Такие. А то вы стояли, где я Вася стоял, было ее попросить перо. Да не надо. Ну... Перо? Не вот они кричат классно. Ой, кричат. А в Краснодаре сейчас модно. Павли... Курочки. Тебе нравится? Курочки, видите? А это что такое? Это самка павлина. Девочка. Мальчик красивый, с вас по-моему. Ну как всегда, мальчик красивый, а девочка. Как и фазаны, да? Как и фазан, ё-моё, такой красивый самец. А самочка такая невзрачная, серенькая. Львы. Ну да, то же самое. Так лев вообще надо, он даже не уходит. Они, ну да, они сейчас... Да. Интересно, расход. О, лес! Глянь, зато у самочки какие красивые на голове корона, да? Да. А у него все красиво. Ты тоже на блюде. Блин, блин. Кукареку! Афоня. Вот еще барашек. Ой, барашек. Бычок. Это же его отпаивают, видишь? Бычок. Это домик специально для бычков, такой от ветра. Какие у него еще ножки, да, такие неустойчивые? Да не надо, он там ремонтирует. А, этот сюда трактора, да? Да. Афанасий тракторист. Ну, здесь раньше сено мы слазили. А в
что она была поделена. А потом еще полгода давай. Добирали, вас добирали. Ну, мы же крутые. А у тебя какая была? 400. Это тоже отлично. Стипендия, да? Не, ну это я уже всего. Ну смотри, 400 пенсия, 400 рублей было месяц проживания на квартире. Это я хорошо. Да, да. То есть то, что ты получил за квартиру? Да. Ну тоже это как бы. Кушать уже не надо было. Жить. В гости ходить. Нет, это мы таким не занимались. У нас только было круг. Ветеринары, скорее всего. У нас не было что-то. Это закрыто. Ну что они? А ты когда смотрели, когда повезли, когда на 60-летие? Я ни разу еще не была. Не надо, не надо сидеть. Он уже челюсть про это, про висло уже подвязывали. А мы когда? Мы с этого ехали, да, кабаны прям на Мама, они не укусят. Я знаю, но их же чем-то обработали, поэтому руки надо потом помыть. Понятно? А тут и знаков столько было. Один компьютер был на... Вот один компьютер на был в том корпусе. Здравствуйте. Совсем все по-другому. Да. А сейчас это аудитория, где обучается новая специальность. Переработка, да? Вот, а у нас тогда не было. Не, не. Ну, я же говорю, у нас чисто было после ухода. Ну, да. Тут знаков было. Здесь ПДД был, да. А у нас... А он там, он сейчас догонит. Много чего поменялось. Совхоза нет. Да, все, лечение. Пришли выселки. Выселки тоже? Да, пришли. Часть выселки, часть... сейчас скажу. Это ФСБ. Так это парк. Какой хороший пистолет. Это дом культуры. Да. Ага, вот здесь по парку, да, бегают? Только это кругов надо. Там есть. Вот это парк тут и есть. Афоня думает, аттракционы тут будут в парке. Карусель. Если мы пойдем туда, я бы мяч взял. А это вот стадион, да, это поле? Наш любимый, да, стадион. Это уже все ж не работает, наверное, да? Это все работает. Работает кондиционер? Работает. А, ну если агрокон... Да, минцовское дело уже. Стадион. На первой паре я хорошо помню. Вот. Я говорю... Папа, ты? Ты будешь бежать? Мама, а ты? Поддержку молодежи. Мама, давай! На старт! Внимание! Так, подождите, Афоня побежал! Побежал, Афоня! Давай, 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 беги! Антоша побежал! Гриша побежал! Тоже бундирин за это сейчас. Конечно, конечно. Давай, 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 давай! Во, во, во! Афоня, давай! Мама, во, я... Это автовокзал, да, был. Сейчас уже его нету. Пошли на
А вот школа. Давайте встаньте к забору, как вы сидели, Саша. Так, Сержа, итак, сколько ты просидел? 3 года каждый вечер? Да, ну не каждый вечер, ну недалековато, да, сюда было лишний раз. Антош, не спеши. Помню, помню. Что же меня рекламирует мой канал? А как я найду? В YouTube набираю влог, говоря, и мы там каждый день. Видел, там Сережа крупным лицом. А? Там Сережа есть крупным лицом, да? Да? Такие, у меня лицо такое, что... Давайте, мужчины. Малой! Давай руку, что тебе? Поэтому сейчас заехали в поселок Заря. Тут уже не все так, там как-то повеселее Венца, да? Ну а что тут? Тут только сельское хозяйство. Тут картошка всегда такая хорошая. Ну и сейчас он глянет по колено, да? Потому что там-то все-таки то техникуму тоже дает жизнь. Это... Зачем брала штаны? Потому что мы думали с папой, что будет дождик. Но порывы ветра так были, да, для дождя. Вон, ну это мы. Это какой красивый. Ну, два хозяина. Да. Какой... Причем это... два разных хозяина. Это да? Выглядит. Да, да, да. А это ж, наверное, такие колхозные, колхозные, да, дома, как вот это всегда на два хозяина, да? Просто здесь и гуляют? Да. Так, а теперь идем в пиццерию на обед. Это вообще... Так, здесь можно порисовать детям. Что ты хочешь, Афонечка? Только детям? Афонечка, ты можешь сюда, я так понимаю, садиться? Или что? Садись с мальчиками рисовать. А так... Папа пошел заказывать нам пиццу, мы выбрали классическую детям. Где? Угу. И нам царскую. Так, это наша с папой пицца царская с красной рыбой. С чем она там? С красной икрой? Она так и была написана с красной икрой? Царская была, там красная икра. Только здесь просто ее нету в составе, которая... А, здесь есть она. Да, клади по сюда. Ну-ка, сейчас я тебе положу. Царская лосось, зарячая. Икра, 3 вида сыра, зелень, фирменный соус. Да, ешь. И все будут царская. Я буду. Так, принесли еще одну пиццу. Вот это вот комбо. Картофель по-деревенски, наггетсы. А здесь что, крылышки, да, и картошка фри. Горячая? Ну, запивай это. Так небо ты и дома можешь. Нет, это другое небо. Сколько у детей энергии. Мы тут приехали и лежим теперь. Отдыхаем после отдыха. Там где-то ноги моего мужа. Качаемся. А дети прыгают на батуте, лопают шарики с водой. В общем, еще куча энергии у них. Каждый в сотовом лежит. Да, общение. Общение с близкими, да? I used to believe